Добрый день, я мастер по декоративной штукатурке, меня зовут Сергей. Мы сегодня работаем декоративным материалом компании FIDAL. Это декоративная штукатурка Antique Decor, фракция Maxi. Это структурная декоративная штукатурка на акриловой основе, которая содержит мраморную крошку и также содержит фракцию. Мы будем работать сегодня в технике травертин. Вот у нас есть такой образец, который утвердили заказчики. Вот есть гладкие места и есть вот такие вот дырочки. Техника называется травертин. Сверху покрыт лаком, заколерован цвет Е4-56. Колеровали на студии компании FIDAL в эпицентре. Как обычно, сперва мы готовим стену. Здесь стена уже погрунтована акриловым грунтом компании FIDAL. Следующий этап – это кварцовка. Мы будем кварцевать стены кварцевым грунтом компании FIDAL Stretch Putz. И в конце мы будем наносить мармарин, после чего мы его вскроем лаком. Всем приятного просмотра! Дырку закрывали, как мармарин. Да.